Для реализации подобных проектов в первую очередь руководством партии организовывается сход граждан, на котором собираются заявки от жителей города о том, что нового они бы хотели видеть в нашем городе. В 2016 году в результате рассмотрения заявок от горожан было решено установить по 20 спортивных уличных тренажеров в городских парках. В микрорайоне Восточный парк коммунальников выбрали как сравнительно новый и развивающийся, и парк имени Гагарина в центре города как наиболее популярный среди молодежи и пожилых людей, ведущих здоровый образ жизни. Потренироваться приходят не только жители многоквартирных домов, находящихся рядом с парками. Преподаватели школ организовывают для учащихся спортивные мероприятия на площадках, где школьники с удовольствием осваивают тренажеры. Чем хороши эти тренажеры? Тем, что, во-первых, они у нас для разновозрастных групп. Вы видите, что они делятся на цветовой гамме, то есть красный с желтым – это для детей младшего возраста, синий с зеленым – это для взрослых людей. И третий вид тренажеров – это для маломобильных групп, то есть для людей-инвалидов. Каждая группа может позаниматься, найти себе, в общем-то, тренажер по душе. Сейчас тренажеры пользуются немалой популярностью. В дневные часы, пока дети в школе, а взрослые на работе, уличный спортзал пустует. Но в утреннее и вечернее время на площадках всегда оживленно. Тренируются с заметным воодушевлением не только дети, но и взрослые. Проходили мимо, удивились, нам понравилось, попробовали. Хотелось бы постоянно заниматься теперь. Очень рады, но жалко, что только в этом году это у нас в городе. И кто это сделал, огромное спасибо. Огромное. Татьяна Шульга посещает тренировочную площадку вместе с внуками с самого ее установления в парке. Сейчас Татьяна легко определяет, каким возрастным категориям соответствуют тренажеры по цветам. Приобщает внуков с самого детства к спорту и тренируется сама. Нам очень нравится. Спасибо всем, кто это придумал, кто это сделал в нашем городе. Хотелось бы, конечно, чтобы такие тренажеры стояли не только здесь у нас в парке Восточном, но и в каждом дворе. Вообще замечательно, конечно, очень нравится нам. Гульназ Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».